Всем привет, с вами команда Car Today, и сегодня мы с вами свяжем глухой классический монтаж. Мы подробно остановимся на таком моменте, как нужно привязать вертлюжок к литкору, если вы хотите менять типы вертлюжков. Например, быстросъем такого типа, быстросъем с колечком и так далее. Можно использовать различные типы клипс. Например, это клипсы с пластиковой дужкой и клипсы с металлической дужкой. Металлические вам понадобятся для того, чтобы выполнять силовые забросы с тяжелыми грузами. Они не отстреливаются. Также мы рекомендуем использовать клипсы, где есть специальное отверстие для стопора. Этот стопор позволяет вам зафиксировать клипсу на вертлюжке, и клипса не будет соскальзывать с него и бегать у вас по литкору. Ну и теперь давайте приступим к вязке. На видео, как всегда, все будет очень подробно, красиво. Вперед!
Ну а сейчас давайте рассмотрим момент, если вы хотите использовать другой тип быстросъема. В этом случае мы должны с вами связать петлю немножко по-другому. Мы изначально не кладем быстросъем в петлю, мы просто завязываем обычную пустую петлю. И уже на нее методом накидывания петли мы вставляем быстросъем. Если нам нужно будет его поменять, мы его снимем и оденем другой. Также обратите внимание, если у вас будет клипса без вот этого стопора, который ее фиксирует в петлюшке, то у вас может быть случай, когда ваша клипса будет съезжать с быстросъема и будет скользить по литкору. Проверяйте этот момент. На этом сегодня все. С вами была команда CarToday. Если у вас остались какие-то вопросы или есть какие-то замечания, задавайте их нам в комментариях. Всем привет!